На заседание были приглашены 25 должников, но явились далеко не все. Члены президиума индивидуально беседовали с каждым из представителей компаний, выясняли причины неуплаты налогов и настоятельно рекомендовали погасить задолженность. Одним из самых крупных должников в муниципалитете является общество с ограниченной ответственностью «Универсам Дубрава». Это самая большая задолженность на сегодня, которую мы рассматриваем – 11 923 тысячи рублей. Из них почти 11 миллионов – это задолженность по арендной плате за землю. И 973,5 тысячи рублей – это упрощенная система налогообложения. В период подготовки к заседанию рабочей группы 8 должников частично или полностью погасили задолженность на сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей. Остальные обязаны это сделать в срок до 15 октября. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».